Приветствую вас, дорогие друзья, и сегодня я приглашаю вас на прогулку по городу Кировску Ленинградской области. Немного отъехав от набережной реки Невы, вот такие райончики, такие дома, по-моему, они 30-х годов, печальненькие такие, на мой взгляд. Там еще один страшненький, а там дальше будут они такие же, но отреставрированные. Пойдемте посмотрим. Вот улица Победы 3, вот они. Капремонт прям просится, смотрите. Если я не ошибаюсь, по-моему, это самая дешевая недвижимость в Кировске. Я смотрела квартиры, так, любопытство ради. И самые недорогие квартиры продавались именно в этом районе, в этих домах. Теперь понятно, почему. А вот такой же дом, но он уже отреставрирован, то есть уже посимпатичнее, поприличнее. Будем надеяться, что и эти, до них дойдет очередь, до этих корпусов, и они тоже будут отреставрированы, будут в приличном состоянии. А это район новый. Ну, не новый район Кировска, а, скажем так, более развитый. Красота. Пойдемте гулять по набережной. А вот и парк культуры и отдыха города Кировска. Сейчас мы прогуляемся, посмотрим, такая красота. Там Нева, детская площадка. Узнаете? Какие качельки, сейчас попробую покататься. В замечательном кафе, такой на втором этаже. Спасибо, ставьте лайки, пока-пока.